приветствую на своем канале. Сегодня приготовим торт желе слива с бананом. Летом много ягод и фруктов, и мы воспользуемся этим и приготовим вкусный десерт. Нам понадобится форма силиконовая, я ее отправляю в морозильную камеру, килограмм слив, 150 граммов сахара, 2 банана, 3 чайных ложки агар-агара, пол чайной ложки желатина и кокосовая стружка. Из сливы удаляем косточки. Очищаем банан, нарезаем кольцами. Очищенные сливы выкладываем в миску, перетираем все блендером. Перебитым сливам добавляем 100 мл воды. Перемешиваем. Сахар соединяем с 1/2 ложкой желейного порошка, 3 чайные ложки агар-агара. Все хорошо соединяем. Берем глубокую посуду, выливаем пробитую сливу, всыпаем сахар с агаром и с желатиновым порошком, все перемешиваем. Нагреваем посуду и доводим содержимое до закипания, постоянно помешиваем. Доводим до кипения на маленьком огне. Смесь начинает закипать. После закипания провариваем еще ровно 1 минуту, постоянно помешивая. Готово, выключаем газ. Я достала из морозилки форму. Переливаем будущее желе в форму. Налили первый слой. Выкладываем колечки бананов. Наливаем второй слой. Выложили бананы и заливаем оставшейся массой. Форму отправляем в холодильник на пару часиков. Итак, друзья, наш десерт застыл. Я его переложила на блюдо. Давайте немного его украсим. У меня есть вот такая подставка под горячее. Кладу по центру. Беру кокосовую стружку. И сверху присыпаю кокосовой стружкой. Аккуратно снимаем трафарет. И вот что у нас получилось. Давайте нарежем. Вот как десерт выглядит в срезе. Друзья, готовьте так, не пожалеете. Это полезно и вкусно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И пока-пока.